әйелім переживает все. Не істейміз, не істейміз. Я ну, білмеймін тиімді қалай. Президентке барамыз теперь, что теперь? Енді оның тағы барамыз. Ну, вот это... А, это нормально. Быстрее прописывайтесь, если хотите документы, то есть я до этого не хватит. Потом начали уже захотели... Они нас как ношенники держат на ношеннике, получается. Если Нурделок деньги не вернет, они, получается, наши квартиры отберут. Видите? При признании Нурделок банкротом, банкрот управляющий все квартиры передаст, все недвижимое имущество передаст дольщикам. Поэтому это в наших интересах, в интересах дольщиков. Я не уполномочен разговаривать с ним. Дальше будем, вот решать, завтра будем встречаться дополнительно с юристами и будем решать вопрос дальнейших действий наших. Пошагово на в течение 5-7-10 дней надо. Оплата 100% в Судья Кордин.